И, конечно, наше уважаемое жюри. Мы продолжаем конкурсное прослушивание третьего всероссийского детско-юношеского телевизионного конкурса эстрадного вокала «Магия звука». Уважаемое жюри, начинает конкурсное прослушивание конкурсант под номером 44. Номинация «Соло». Возрастная группа С. 11-13 лет. Нурэддин Абасов. Город Екатеринбург. Пингвины. Прослушивание конкурсантка под номером 23. Ксения Яркова. Город Тюмень. Tell me why. Dream, chill and sing.
продолжает конкурсное прослушивание Татьяна Смирнягина. Город Екатеринбург. Глупая любовь. Ксения Некрасова, город Челябинск. Пёрышко. Крылышки и камушки.
продолжает конкурсное прослушивание Алена Волкова, город Нижний Тагил. «Капельки дождя». Жюри, обращаем ваше внимание на то, что конкурсное прослушивание продолжает конкурсантка под номером 40, Анастасия Петри, город Тюмень, полночный блюз. Thank you.
Да-да-да.
Прослушивание продолжает Валентина Юрлова. Город Тюмень. Чарли. Анастасия Татаринова, город Екатеринбург. Чайки. Лучшего на вагоне.
Конкурсное прослушивание продолжает Анастасия Шелегина, город Новоуральск. Маленький принц. Прослушивание продолжает Влада Моисеева, город Челябинск. Mambo Italiano. Bacalara, hey rumba, I love you for your dance rumba, but take it by advice by side, work out to mambo, if you're gonna swear we're gonna win, hey mambo, mambo italiano, hey mambo, mambo italiano, go, you mix up siciliano, call you call a breeze, do mambo like a crazy whiz, mambo. Shake it, baby, shake.
You call a breezy, do you mumble like a crazy whistle? Mumble! Nice. Продолжает конкурсное прослушивание Даша Панова, город Екатеринбург. Осенний блюз. Произведение у конкурсанта номер 44. Нурандин Абасов, город Екатеринбург. Музыки свет. Все я знаю, но уже я понимаю.
Уважаемое жюри, мы переходим к прослушиванию второго конкурсного произведения у конкурсантов с 23 по 33 номер. Ксения Яркова, город Тюмень. Ты мой бой. Я среди людей ищу тебя. Ты мой сон, и ты моя судьба. За тобой, за мечтой я лечу навстречу ветру. Ты мой бой, мой герой. Жду я от тебя ответа. Позови меня с собой через сотни километров. Ты мой бой, ты мой герой. Прослушивание продолжает Татьяна Смирнягина, город Екатеринбург. Ап! Oh.
Ксения Некрасова, город Челябинск, в синем море. Конкурсное прослушивание продолжает конкурсантка под номером 26, Алена Волкова, город Нижний Тагил. Где тебя найти? Уважаемая жюри, конкурсное прослушивание продолжает конкурсантка под номером 25, Ксения Некрасова, город Челябинск, в синем море.
Уважаемое жюри, конкурсное прослушивание продолжает конкурсантка под номером 40, Анастасия Петри, город Тюмень, вечный странник. Прослушивание продолжает Мария Лошкарева, город Нижний Тагил, Кэрри Блю.
продолжает Валентина Юрлова. Город Тюмень. Бьевени дан мави. Бьевени дан мави. Анастасия Татаринова, город Екатеринбург. Арлекино! Thank you.
Прослушивание продолжает Анастасия Шелегина, город Новоуральск. Жили-были. Прослушивание продолжает Влада Моисеева, город Челябинск. Фая. When I
конкурсное прослушивание продолжает Дарья Панова, город Екатеринбург. Листок. Прослушиванию первого конкурсного произведения у конкурсантов под номерами с 35 по 45. Александр Розвязев, город Екатеринбург. Feeling good. Sun, you know what I mean, don't you know?
Продолжает конкурсное прослушивание Юлия Григорьева. Город Екатеринбург. Во сне и наяву. Прослушивание продолжает Екатерина Миронова, город Челябинск. По новой. Номер Петрова.
Прослушивание продолжает Татьяна Черноскутова, город Екатеринбург. Жизнь в розовом свете. Александра Костырева, город Екатеринбург. Welcome to the city! Yeah.
Конкурсное прослушивание продолжает конкурсант под номером 41, Глеб Тарасов, город Екатеринбург, на обратной стороне Луны. Звездам что-то шепчут в тишине, о земной загадочной стране. Высоко, высоко, небо звезды горят. Было так нелегко покатиться назад. Далеко, далеко, там на желтой луне. И не вспомнит никто никогда обо мне. На обратной стороне луны. Видят ночи сны. Не найти прекраснее страны на обратной стороне Луны. Вау, не найти прекраснее страны на обратной стороне Луны. Высоко, высоко, небо звезды горят. Было так нелегко. Прослушивание продолжает Лариса Поторочина, город Верхняя Пышма. Бабушка Элла. Очень, наверное, как и у вас. И также
как и вы. Между прочим, я люблю петь джаз. Прослушивание продолжает Анна Барабошина, город Краснотурьинск. Если бы я была кошкой. Oh!
Конкурсное прослушивание продолжает Валерия Смирнова, город Краснотурьинск. Бери гитару, папа. Peace.